Индустриальные здания ПМК созданы по немецким технологиям и стандартам и не имеют аналогов. Одно из ключевых отличий зданий ПМК – это наружные и внутренние стены из бетона. Конструктивные элементы стен производятся на собственных ПМК-заводах, что позволяет снизить их стоимость. Большая часть операции полностью автоматизирована, что позволяет добиться высокого заводского качества на каждом этапе – от роботизированной сварки до шлифовки. Все бетонные изделия выдерживаются на теплом складе до полного застывания. Для производства элементов стен используется бетон мостовых марок, производимый на собственном ПНК-заводе. Непрерывная линия утепления обеспечивает повышенную энергоэффективность здания. Противопожарные стены из сборного железобетона без сгораемых элементов не имеют аналогов в России. Уникальная технология монтажа – крепление панелей без сварки с помощью оцинкованных болтовых соединений. Благодаря качеству обработки внешних поверхностей, стены не требуют отделки, обладают повышенной прочностью, что сокращает расходы на ремонт и эксплуатацию. ПНК – индустриальные здания по немецким технологиям и стандартам.